Так, 1500 отдает, 7500 некромант. Ну, что думаете? Кстати, знаете, что я думал? Я думал, что если мы купим... если мы сейчас продадим цвет, то мы здесь... Так, секунду. То мы возьмем синего танта ради прикола. То есть я реально такой думал, типа, давайте продадим цвет и купим и сыграем на синем танте для разнообразия. Но так как мы все-таки цвет не продали, и мы стартуем в огромном минусе 7500, в огромном, то я думаю, что такой эксперимент нам слишком больно ударит, и мы не имеем права не брать Галтрана, так как все-таки это зачистка склепов, погостов и все такое, да? Вот, так что вот так вот, ребят. Согласны, да? То есть я как бы изначально хотел... подожди, Blind Seer, не надо душить еще, господи. Ребят, еще разок. Ладно, я не буду сейчас эту тему просто поднимать. Причем тут это не так работает, как ты написал. Так, смотрите, еще раз. Если бы мы сыграли... Саня, почему на Ютубе не выходят игры? На Ютубе за последние 2 дня вышло 2 ролика. Канал Voodoo Highlights. Здравствуйте. Как не выходят игры? На Voodoo Highlights выходит, вышло 2 видео. Сейчас выйдет 3-е. В день... пытаемся наверстать. Вот. Защита героя не работает на заклинание? Нет, не работает. Минус 7500, Саш, ты чё? Я смотрю, ребята давно не играли вообще в героев на торгах и не понимают, что здесь минус 7500 абсолютная классика. Так, короче, еще разок. Поздравь Леху Кошенкова. Извиняюсь, если неправильно называю фамилию. Кошенкова, возможно, с днем рождения. Леха, большой тебе привет с днем рождения от нашего всего чата, от нашей движухи. Так, смотрите, ребят. Еще раз, логика такая. Если бы продал цвет, возможно, стартанул бы на синем танте по фану. Но так как все-таки цвет выкупили и стартуем в огромном минусе, то придется стартовать за Галтрана, так как нужны будут деньги на разбежку. Верно ли? Верно? Поехали. 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 Итак, первый день, минус 7500, у нас стандартные торги. Ну что ж, давайте разбегаться и давайте показывать людям, что такое некромант минус 7500 и как он играется. И почему он играется в таком минусе. Почему, как, зачем и так далее, и так далее. Привет, ребята, GLGL, всем привет. Итак, понеслась. Конечно же, ищем склепы, какие-то погосты, ящики и максимальное количество денег. Сука, урод. Просто урод. Я мог взять эту кучку, но я, блядь, решил взять ее снизу из-за этого. Да, не добрал эту кучку. Очень плохо. Это может больно нам сказаться. Септиена на волне пока не видит склепов. Смотрим левую сторону. Вот это она явно пробьет. Отлично, есть деньги. Здесь дадим первую волну. Боум. Все легло и уснуло разом. Делаю шаг. И, соответственно, здесь... Вот это не буду забирать, это беру в конце. Вижу склеп, вижу нычку драконов. Смотрим далее, друзья. Есть Шакти, есть Андал. Андал, напомню, что с замедлением. Классно было бы отдать его на Септиенку где-то, да, сразу. Так как Септиена будет здесь отдавать его на этого. Ну, то есть, вот этим парнягой бы сюда. Интересный момент, если Андалу отдать также тряпки, чтобы он пробил вот этих гремлинов, да? Мне нравится этот план. Давайте сделаем так. И вот так. Отлично. Замечательно. Видите, да? То есть сколько Септиена дает импакта по старту. Просто забей. Все эти блоки, да? Вся эта ситуация. Все это вот благодаря там Септиене. Отлично. Еще хватаем денежку. 2000. Итого учимся разбегаться на некроманте, верно? Чё за жара в чате? Чё такое? Чё происходит, ребят? Так, здесь. Аккуратно вставать надо сюда, потому что здесь потенциально он тогда сверху может не пройти, хотя вроде бы проходит. Ну, короче, подожди пока с этим свитком, как говорится. Возьмем шахтера попозже. И продолжаем пробовать разбежаться сюда. Смотрим, что здесь. Отлично. Тоже есть какие-то вкусняхи.
Внешний рынок. 3400 по деньгам. Склеп, коробка, больше ничего особо не видать, да? Так, здесь два ящика. Каркес. Или шахте, да? Давай сюда. Сюда. И вот тут сюда уже ничего не получится. Не знаю по поводу этой сдачи, мужики. Пока что-то не сильно видно-то, как бы, да, что... Мы тут куда-то продвигаемся. 150 скелетов. Аргумент однозначно. Причем сумасшедший аргумент. 1300 еще скелетов здесь. Плюс здесь. Думаю. Вот. Почем трейд был? 7500 минусом. Написала как-то саедочка большущая. Спасибо. Не знаю, можно ли этого прессовать или нет. Честно скажу, не знаю. Честно скажу, не знаю. Отлично. 2000, два скелета. Разбежка шикарная в такие деньги, да? Но нету объектов ни хрена. Давай сюда. Опа. Ну что думаете, сразу зачекать это дело? Посмотреть. Согласны? И от этого отталкиваться. Если будете там, то ну, 1-1 берем. Что думаете? Если будете там, то берем 1-1. Титана нет. 7 на 4, 28. Многовато. Это же сколько их? 10? 15, 19, 23, 27, 31. Ни хрена себе, блядь, 31. Если честно, звучит как, ну, ничего себе. 31 действительно много и ни хрена себе. И они одноклеточные, да, такие? То есть удобно, неудобно будет закрываться. Вижу первый улик снизу. Бля, 31 как много, друзья. Нифига себе. Даже на очке. Так сказать, на очке. Вот ведь, сука, тварь, паскуда. Так, 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 так. Бля, не туда нажал. Бля, я не знаю, я ставлю плюс. Слишком хорошо разбежался. Давайте поставим. Не знаю, поставлю плюс, дальше будем смотреть. Давайте так посмотрим. Да. Планируешь ли млин потестить? Да, конечно. Конечно. Здорово, Серег. Планирую, планирую, естественно. Не то, что потестить, его поиграть надо. Конечно, планирую. Придется, хули. Не то, чтобы я хотел с радостью, но придется. Может быть, новую мету задаст. Вот. Может быть. Может быть. Это твой аккаунт, Серега, или чей вот этот MS Studio? Сегодня весь день, кстати, уже так поговорили про эту темку. В ГС может появиться? Нет. Сейчас посмотрю. Чтобы мне понимать. Да, мой, да, все, понял. Давай тогда випку дам, чтобы видеть. Все, окей, ну ты сумасшедший. Я нажал плюс, он нажал 1-1-1, ребят. Идем дальше. Разбежались хорошо за некроманта в огромном откате, поэтому поставили плюс. Да, плюс мы с красного, тоже опасно реагировать оппоненту, если у него плохая раздача, поэтому смотрим. Нам все-таки наша задача, когда мы играем за некроманта в большом минусе, нам не столько шоколад найти какой-то ебейший, мы его не найдем. Не пытайтесь, как говорится, найти шоколад, да, употеть и рестартить. Наша задача хотя бы найти просто игровую сдачу и максимально разбежаться. Не сказать, что это был блеф, это был такой полублеф, это такой полу-полу.
Как бы оно и плюс-то, не сказать, что какой-то там, знаешь, из ряда вон выходящий. Ну, относительно еще и рабочий живой плюс. Вот этот вот плащ, понимаете, вот такой вот плащ. Это за некроманта половина плюса, вот такой плащ. Просто вот, ну сразу, блядь, это пиздец. Потому что за кентаврами такой плащ, это здравствуйте. То есть у тебя сейчас аргументов под вот эту историю. Так, как это обновление GeForce пошло, замечательно. Я как бы вас, как говорится, не это... Я вас не вызывала. Такой плащ это очень сильно, да? То есть он компенсирует дорогу говна. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Пока что, конечно, разбегаемся. Смотрим. Денежка есть снизу, поэтому предлагаю сразу туда и пойти за ней хотя бы. Чтобы вот так вот было, да? 2700. Еще скорость, скорость. Три скорости. Но дороги действительно плохие, а денег мало. Покупаю вот эту девочку. Отдаю ей фейку. Ну и давайте подумаем, где реально можно будет найти денег на хотя бы преобразователь, да? Вероятность того, что мы найдем их здесь, ну как бы мала. Фу, пробуем сюда. Очень далеко, не знаю. Сейчас, секундочку, что-то воздуха не хватает. Конечно, если он хочется наступить сюда, но это 200 мувов, ребят. Возможно, этих 200 мувов не хватит, чтобы дойти до золотой кучки. Поэтому не имеем права. Но так как, блядь, такая вот темка, то без преобразователя придется бахать, соответственно, покупать скелетов родных дома. И на этом уже выходить и брать вот этот склеп. 113 скелетов однозначно мало. Ну, будем пробовать, смотрим. Может быть, двумя ударами, может, еще как-нибудь. Плащ реально сумасшедший, но кроме него пока больше ничего нету. Одна застава, утопка такая, ничего такая, да, как будто бы можно иногда плюсануть. Но, опять же, разбежка отвратительная. Смотрим. О-о-о, это будет весело. Это будет действительно весело. И интересно. Как я это буду бить? I don't know. 10, кстати, хорошие потери, как будто бы хочется плюсануть это здесь и сейчас. Ой, красота. Подожди, я это еще и пробью очень даже. Ой-ой-ой-ой-ой, как я это пробью. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Да ёшкин корень, ну что ты такой душный хуй? Придется 2 единички, возможно, отдать. Или нет? Сейчас посмотрим. Да, прям однозначно так хорошо идет. Ладно, давайте так. А, пойдет то на то, да, даже, да. 2 скелета получили, 2500 получили. Что с этим плащом, да? Вы хотите его сразу на второй день бахать? Потери будут скелетов 40 за это, да? Думаем, 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 думаем. Че, покупка еще одного героя? И если этот герой не добегает до денег, но он по-любому добежит хотя бы рынок, да? И это ведь при этом надо еще как-то разогнать это добро все. Вот здесь на фейку поменять, здесь и поменяем. Поехали сюда вниз. Да, пока из причин плюсовать один хренов плащ. Пока из причин плюсовать один хренов плащ. Ну это хуйня полная. Я думаю, что это рестарт, ребят. Если бы какая-то конса светанулась. Коробка. Нет, тюрьма. Конса, коробка, тюрьма. Какая-то разбежка по вменяемой, да. Вот так? Вообще нет. Ответ нет. Я знаю, что плюс 2 бешеный артефакт. Бешеный. Абсолютно бешеный. Но плюс только из-за него нажать.
Пол плюсы из-за него можно нажать, а вот силиковый плюс из-за него нажать. Я не знаю. Вообще не знаю. Я не знаю. Армию там где будем собирать? Ботинки говно здесь. Это нет, ребят, не получится с ботинками. За эфритами больше потратим, чем... Не знаю, я думаю, что не плюсуем. Если бы разбежка два героя, один сюда побежал, один сюда, что-то светанули, была бы сюда дорога, здесь ее тоже нету. Это мусор. Это мусор по структуре. Я думаю, что нет. Я думаю, что нельзя. Реально, думаю, что нельзя. Это слишком. Это оверплюс будет, так называемый. Как вот есть оверкол, это будет оверплюс. Вот это вот. Вообще такое себе. Так, вот здесь дороги повменяемые. Смотрим здесь эти ботинки. Коробка есть, кстати, хоть на кого. Тюрьма есть, день добрый, да? Не знаю по поводу тюрьмы на первый день. Чую, пахнет минус 30-кой скелетов, как за здрасте. Просто как вот, ну как радио послушать, пойти 20 скелетов отдать туда 30. Стрелочку здесь на Томику. Ну, я думаю, Томика достойна стрелки. Ну, да, достойна СПшки. Ну, тогда давай ее направо, да? Любви достойна только Томика. Ну давай, только не шути ты, ёптую мать, есть. Хорошо. Так, палатка от Гундулы. Сюда. Отлично, еще и флагом подсосем. Еще и, ребят, обратите внимание, внешний рынок тоже безумно важная штука. Так, ну и я сюда погнал. Вот еще за ящиком, да, хватаю. Амулет гробовщика. С одной стороны плохо, да, потому что денег ни копейки. С другой стороны хотя бы неплохой артефакт. Ну и что получается? Склеп снизу и все. Бесятный некрит на базовой некромантии. Отличная идея, дружище. Минус 20 плюс 4. Так, 2500. Что мы делаем? Что мы делаем опять? 93 скелета, да? Внешний рынок пробиваем, пробуем стрейдиться. Надо ли такое делать? Покупаем героя. В том-то и дело, покупаем ли героя или ставим преобразователь, конвертим скелетов и пробуем брать склеп. Вот тут в том-то и суть. Или же вообще пробиваем внешний рынок и пробуем там по фулам трейдиться, но потом охереваем с перестройками анимейта и с дикой нехваткой ресурсов. В том-то и суть, что есть что подумать, дружище. В том-то и суть. Как это сыграть? А если мы купим героя, который не найдет денег вообще, и судя по всему так и будет, можем ли мы вскрыть эту тюрьму? Минус 30, плюс 30. Ладно, преобразователь пошел. Бля, как мало скелетов, жесть. Даже с учетом покупочки прям. Ну давай, 136. Ну еле-еле душа в теле. Так, еда сюда. Пока не нравится эта раздача. Друзья, минимальный склеп. А склеп-то минимальный. Еще и пиздов получу здесь, да? Потрясающе. Ну ладно. 2200. Да это хуйня полная. Тоже рестарт. Рестарт. Поехали. Тут 1-1-1. Согласен. Плохая сдача. Некромантия — это самое лучшее, что могли придумать в Героях 3. Ну в соде, да, но не в ходе. А, у я рестарт, я хост. Какие перестройки анимейта? Профики, аламары вытягивают и все. Так, и Аламар каким образом отдает тебе анимейт? Расскажи, пожалуйста. Причем тут Аламар вообще? И какие профики его вытягивают? Чего? Смотрим. Так, что в итоге? Я без рестов. А наша задача за некроманта как раз таки свести ресты к нулю. То есть наша задача как раз это и сделать.
Поехали сюда. Так, сюда, сюда. То есть нас, в принципе, устраивает фул рандомная сдача. А оппонента часто может не устраивать. А нас плюс-минус где-то как-то более-менее. Так. Видамину видели? Видели. И сюда прошли. Так, все взяли, все прошли. Еще раз, да, ну ладно. Так, ладно, хотел там. Попозже, я думаю, так, так, так. Здесь денежку возьмем, все возьмем. Давайте покупка героя, Аделька. Ну, такое, да, то, что за счет базового мудрости. Блеск на скелетов, тот самый легендарный. Нычка вампов, коробка всего лишь на 1000. Снизу тюрьма? Нет, показалось. 90, да? Да, 90, как всегда. Стрелков 90, нычка овервелью. Все понятно. Ну, то есть она очень сильно охраняется. Беру этого парня-предателя. Вот, сука, всегда приходит. Так, ну и смотрим направо. Хватаем защиту от воды. Видим пока что первый улик. Видим бесятню. Видим нычку коней. Грустим. И забираем эту денежку. 5-100 по деньгам. Видим вот эту темку. И погост. Можем ли мы пробить троллей и залезть в погост на первый день? Напрямую зависит от количества скелетов, которые у нас. Надо где-то 144. Вот, как хотя бы. Можем ли мы брать эту денежку здесь? Наверное, можем. Можем ли мы проходить сюда в сторону? Давайте проходим. Вау! Даже просто не глядя, не глядя. Преобразователь ставлю. Все ставлю. Вот этих ребят сюда скидываю. Все, кроме двух гарпий. Верно. Ну и давайте сейчас исследовать. Вопрос исследовать в каком направлении? Вот сюда, вне дороги, да, собрать два золотишка фиксированно. Или же побежать по дороге и побольше засветить. Есть вот здесь ящик. Мне кажется, вот это прям лучший ход. Добежать до этого ящика и светануть как бы активную часть респа. Понимаете, да, о чем я? То есть, условно, вот прям туда, куда тяжеловато будет. Давай. Смотрим. Вот она, Нека 3.3, например, уже аргумент такой очень приятный. Шуба, Нека, ящик. Хорошо. 2000 очень приятно всосал. Коробку всосал. Вторую нычку коней всосал. Сразу уже потихонечку думаем, может быть, коней будем отстраивать. Две нычки, это сразу серьезно. Есть обзорка снизу, есть нычка вампов. Все как бы более-менее, да? Конение. Насколько вы хотите конение, друзья? А, так, так, так. Ну что, здесь за денежка, естественно. Витамины пока что не до выебонов. Интересная штука. Можно ли ее брать? Хотелось бы витамины поднекрить. Классное кольцо. Классное это. Вау, да тут этот самый. Плащ короля нечисти. Конечно, конечно. Теперь, ребят, вот эту денежку тоже берем сверху, так как сюда уже никто не пойдет. 1000 хапаем. Ботинки плюс 2, магические статы. Слушай, все, в принципе, в целом, в общем, рабочее. Жену на выходных ударил парень. Потеряла сознание. От удара землю перелом черепа. Одно ухо не слышит. Парня поймали. 21 год ему. Грозит 8 лет. Даже после всего, и мне и жене его жалко. Жизнь сломана. Братан. Братан, блядь. Это пиздец, конечно, ситуацию ты накинул нам тут, ебать. Так. Чё, сюда бежим? Ебануться, конечно. На отдельную передачу Малахова, можно сказать, ебать. Так, обзорку не возьмем, да? Обзорочку не возьмем. И сюда бежим, да? Так, 12 купили, 8 купили. Очень хорошо по скелетам. 151 с единичками. Ну и что, погнали на погост вот на этот сразу. Да, ёбнуться. Рассказывают, конечно, вещи. 10-19 троллей. Надо ли оно тебе, блядь, 10-19 троллей? А куда еще ты предлагаешь? Големов ебануть за Неку, оно альтом бьется. На хосте. Коней собирать, денег нету. 6 купил, так денег нет. Тряпок еще взять. Не знаю. Щиток сверху. Ну так иди минусов пробей за щиток.
Можно, конечно, каких-то... Но я думаю, сюда просто самое главное аккуратно. Коробку какую? Вот эту. Она нам ебальник подскроет. Давайте попробуем сюда аккуратно. Ну, тут сильно нас подкоцают с учетом. Ну-ка, сейчас посмотрю сначала, сколько точно. Там же бесятни еще, там пиздец этих тварей. Не уверен в хорошем решении этого хода. Очень не уверен. 15 штук, 53, безумно много. Санечек, привет. Здорово. Вот ты, конечно, мировой мужик. А чат у тебя очень тупой. Ну, спасибо за стримы. Конечно. Спасибо, спасибо. Как говорится, братан, главное же, что ты умный, понимаешь, да? Так. Сюда жмем. Главное, что ты, братан, красавчик. Так. Так. Да, и теперь мы эту хуйню не берем. Представляешь, как обидно. Сука. Многоватые потери за эту хуйню. Многоватые. И здесь в том числе. Ладно, будем думать на следующий ход, как это разрулить. Ничего не поделать. Смотрим. Статы магические есть. Вон, 3 склепа собирать будем. Нормально, да. Там отличные склепы. Нормально. У, надо немножко скелетов добавить. Надо где-то привести их, чтобы взять вот эти склепы, взять вот этот погост и с этого со всего жестко подкачаться, набрать арты. Набрать арты и пробить Неку 3-3. Да. Получить анимейт, пробить змей. Допустим. Ну, смотрим. Тяжелая боевка выдалась, если честно. Сколько тебе лет, прости за нескромный вопрос. Мне, к сожалению, еще 34 года. Вот. Дай второй день чекну. Привет, здорово, здорово. Потому что желательно, чтобы было нахуй 35. И желательно в течение ближайшего самого времени. Так, ладно, дай второй день чекну 1-1. Все, смотрит он второй день, мы играем без рестартов. И зато отлично с вами пообщались. Зато отлично рассказали по разбежкам, про некромантов, про все остальное, да. Что по объектам? Во-первых, золотые драконы. Золотые драконы нормально против нежити, относительно двухклеточные такие, да. Единственное, что они статовые, там без анимейта вообще не вариант туда лезть. Только с хорошими статами, только с монопулом. Куча нычек коней. Что еще? Консерватории не видно, какие-то... Не знаю, ребят. Ну, это рабочая сдача, да, это рабочая сдача. Интересная сдача, ну, пока непонятно. Пока непонятно. Сюда бегу. Вот тюрьма есть. Ее бы брали, да? Там скелетов наверх. Не, это нормально. Еще разок. Это нормальная рабочая сда. Она, по крайней мере, играется, да? Она, по крайней мере, играется. Но играется, скорее всего, 1-2-1 из того, что я вижу. Хотя вот здесь вот я запалил что? Вторую нычку вампиров, я правильно понимаю? Ему, да, вау. Причем неплохие охраны, на самом деле. Это можно как-то разрулить такие охраны, да. А, две нычки вампов против голдов, конечно, статы нужны будут лютые. Но в целом с этим щитком, с этими ботинками статы будут уже неплохие. Плюс погост, да. Давайте в него залетим, просто посмотрим, что в нем. Как сказать, какой артефакт. Понятное дело, что он тут сейчас возьмется с колоссальной потерей, но нам не важно. Какой артефакт здесь? Вау! Плащ 2-2. То есть, вдумайтесь, 40 маны, 70 маны. 90 маны, вау, уже как минимум 90, да, без просто сортов. То есть здесь статовая ситуация, очень статовая. Плюс есть склепчики, да, какие-то. И калтран земляной, нека скорости, да иди нахуй. Это жестко, представляете, вот такой набор некроманта. У тебя минус моралька, у тебя нека скорости, у тебя плащ 2-2. И у тебя калтран земляной. Я бы хотел, чтобы вот он сейчас в следующую катку перешел. Он зарестил? Да, он зарестил. Все, раздача безрестовая, всем удачи, поехали. Саня,
ты для нас картинка на экране, а мы для тебя текст на экране. Ну, братан, я бы в таких ситуациях за себя отвечал, там как-то, не знаю, для кого я там картинка, не картинка, как там по ситуации, я не знаю, что ты, в какой смысл в это вкладываешь. Поехали. Итак, ой, ГГ пишу, блядь, у меня, я тебе говорю, сегодня едет крышняк, сразу говорю, поэтому аккуратненько, смотрим. Поехали. Так, в такой раздаче аниме с пятого раза, согласен, дубина есть. Алкин есть, мало скелетов есть. Так, ну ладно, я побежал. О, ящик минимальный. Зефа. Денежка. Так. Пока не густо, но девятый разгон определенно нравится. Бля, какой хейст. Как же не хочется его далеко увозить, да? А, хорошо, не вопрос. Ладно, увезу. Так, нычка скелетов, а нычка кладбища, да? То есть есть какой-то запас. Хотя со старта, конечно, скелетов мало. Две зефы уже интересно. Ищем консерваторию, ищем коробки, ищем ангелов, с которыми мы сможем взять эти зефы. Берем вот этот мечик, прокачиваем Галтрана, пробуем выходить против пешеходного ГО. Нравится? Нравится. Сюда бежим. Здесь, я так понимаю, вот до сюда бежим. Улик, на самом деле, улик не сильно интересно. Один улик супер слабо. Надо прям уликов много за некроманта. За некроманта нам не интересен один улик, два улика. Нам за некроманта интересно 4-5 ульев. Только тогда. То есть один это как бы такая история. Знаешь, зашел, 60 скелетов отдал, 4 утки получил. Хули толку. Так, ну чё, я пока сюда побежал. Здесь сюда нажал. Уфритинчик пришел. Ну, ёшкин корень, кто же его звал-то? Думаю. Ладно, видать, не словил мою мысль. Всех благ тебе и твоей семье. Спасибо, да это нормально, братан. Просто сегодня такой денек. Сегодня немножко такой денечек. Извини, если я там не как-то глубоко не рассуждаю или как-то что-то еще в этом духе, да? Без негатива. Саня, здорово. Это твоя 13-летняя фанатка. Ну, это мы осуждаем. Есть важный вопрос. Так. А у тебя большая дубина? Спасибо, блядь, за детальный ответ. Такие темки осуждаем. Так. Сюда бежим. Это вот тот момент, когда не смешно. Саня, спасибо за стримы. Сорян за донат про жену. Никто этого не ожидал. Никто этого не хотел. Блять, а как такое можно ожидать? Чтобы, может, кого-то заставило задуматься? Когда оказываешься в такой ситуации, все по-другому. Я понимаю, братан, но у нас, я понимаю, но, блядь, ну, я, это ебанутая ситуация, настолько наглухо, что ее даже комментировать Привет. Страшно, блядь. Смотрю, ты это понимаешь или нет? В записи на Ютубе. Хочу сказать спасибо за твою речь. Очень удобно смотреть на скорости 1.5, и все понятно. Спасибо, стараюсь. Специально замедляю немножечко разговор, чтобы, когда люди ставят 1.5, было нормально слышно. Так, поехали. Так. Полторашка. И наверх. Итак, раздача пока скелетная, тюрьма тяжелая. А куда бежать пока совсем непонятно. Гномов бить, наверное... Пока что рано, с учетом малого количества скелетов, даже с учетом скупки. Бежать ли налево, пробивать ли троглов, бежать ли направо. Да, ситуация пока непонятная. Давайте думать. Беру папашку у Фритина. Троглов-то, я думаю, можно и на этом пробить, да, на пятаке-то вот на этом, наверное. Блять, думаю. Больше разведки. На какие деньги? Сейчас герой еще туда побежит, и мы уже совсем ничего не отдадим. На первый день, да, что мы хотим? Повышалка. Ну, давай сюда, наверное, рискнем, да, рискнем. Поехали. Вроде это должно биться. Ландшафт очень хороший.
Референдумы о присоединении бывших УКР. Область. Так, это давайте завтра, ебать, послушаем. Так, думаю. Так, и опять думаем. Я могу сюда ударить и получить только от одного стека. Идеально. Теперь сюда. Теперь туда. Теперь сюда. 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 Идеально размансили троглодитов. Просто идеально. Так, 1000-1500 склеп, да? Даже если этот ящик будет максималкой, толку с этого ноль. Хотя 1000-1000, да? 1000-1000. С левой стороны особо ничего не видать. И бежать сюда очень-очень сомнительная история, думаю. Еще одна Зефа. То есть, если найти возможности собирать заставы, то получится хорошо. Другой вопрос... Получится ли? Ставлю преобразователь. Сколько скелетов? Давайте на глазок. 110, 130, 140. 100... Пробьются ли эти гномы? Или там поплава будет к хуям собачьим? То есть хочется взять сюда, сюда и вернуться на дорогу, чтобы пробить гномов. Но гномов так много, что я даже не знаю, ребят. Я даже не знаю. А, у нас деньги кончились, да? Давайте на склеп, наверное, бежать. Наверное, это единственный нормальный вариант. Вот сюда вот на склеп. И отсюда работать. Склеп. Может, даже 1000 вот здесь вот возьмем. Очень не хочется за этой 1000 бежать. Но я просто не вижу более хорошего, прям четкого хода, да, прям стопроцентного такого жесткого, интересного. Бежать ли за этой 1000, вот так вот заправлять ли уголок сюда? Надо принимать решение. 100 гномов я не уверен, что пробью. Хороший подкач, 100 гномов, несомненно, но пробьем ли мы его? Давайте посчитаем еще раз, 160 скелетов против гномов, что думаете? Направо замок, а вот здесь развилка. Я бегу сюда, в эту сторону. Я бегу в эту сторону, друзья. Я бегу вот сюда все-таки. И, наверное, беру вот эту 1000. 100 гномов могут поовнить в случаях морали. СП очень хорошо и сюда. Ну, смотрим, поехали, удачи. Смотрим. По 16 в стеке, да. То есть, шот от ним. Ну, да, проблема в том, что они моралятся и быстро бегают. Вот, почему некромантам редко даешь тряпок, чтобы взять замки? Ну вот же, блядь, побежал же на тряпках, на некромантах, на тряпках брать замок. Так. Что здесь предлагаю? Взять тут денежку, тут, и пойти сюда. Вот она развилка, еще скелеты, плащ, погост. Все очень интересно здесь. Ага, если что, вот так, хорошо. В сторону гони бегу, лучше побегу в сторону замка и буду от этого отталкиваться. Есть тюрьма, причем дайте две. Есть них, блять, ну отличное продолжение, просто отличное. Склеп, погост, выставляю сюда под две тюрьмы, под всю эту красоту. Хорошо, хорошо, отлично пока. Так, здесь ситуация такая, могу ли я позволить себе вернуть вот этих скелетов? Вопрос звучит именно так. Ответ на него звучит, что вроде бы как могу. Если бы не был долбоебом, точно бы был. Так, сюда отдал. Хорошо, отдаю туда также хейст. Теперь сюда аккуратно. Денежка здесь, конюшня здесь. Как говорится, not today. Склеп, блок, благословление, нычка. 8 скелетов. Разведка сюда вообще мало что даст. Давай тогда сюда пробовать ее. И вот сюда. Очень хорошо. Жалко только одну из них.
Да. Замечательно. Здесь некромантию пока что смотрим. Тут все-таки за 8 зомбями. Тут все-таки вот сюда. Тут покупка героя. И при этом нужно еще и деньги на ГМ оставить. Да, надо подумать. Посмотреть, какой герой. Ага, там может быть какой-то грамотей бы там сейчас весь ГМ принес. Но мы здесь не уверен, что ставим этот ГМ. Да, смотрим. Так, преобразовываем. Все здесь? Ну, кроме вот этого, да? Сколько? 144 получилось. 144 плюс тут, плюс тут, тут, плюс тут, плюс тут, плюс тут. Интересно. Плюс склепа будем брать, поэтому всех зомби выкупаем, верно? А с другой стороны, если здесь, на этом побежать наверх, да, и купить еще одного героя, у нас будет две тюрьмы, и нам лишний герой здесь как бы не нужен. Зачем нам гоблин? Потому что на нем разгон, на этом герое будет шестой, это разгон для Гричи. Вот зачем нам гоблин. Это разгон для Гричи. Бежим до сюда. Еще 12 скелетов, итого 176. Бежим до сюда. Вот так, шланг есть, все есть. Только здесь надо будет понимать, что как раз покупка еще одного героя в замке, не забудь, все нормально. Иду до сюда. Отдаю вот так. Гоблина сюда, да, тогда да, действительно, он тут в хуй не всерся. Но мы сейчас оставим пока там, посмотрим. Не, нормально, нормально. Так, а это Фафнер у нас наверх смотрит. Как раз он денег соберет на еще одного героя, этот нормально понадобится. Так. Вот еще бы что-нибудь вкусное, но пока что-то не видать, бля. Плащ. Обзорка. Плащ хороший, надо думать. Тем более раздача-то скелетная. Захожу сюда, замечательно. Просто замечательно. По гайду хильтухи пробиваем это дело. Просто замечательно. Отличнейше. Забираем еще 5 скелетов, что не может не радовать. Хватает денег на ГМ, на еще одного героя. Ну, практически, да. Кстати, хватает ли? Вопрос. Хватает ли? Кстати, не хватает, думаем. Погост на 4 единичках? Слушай, я не видел погост на 4 единичках. Скорее всего, на 6. Так, сколько до сюда? 1100, да? То есть мне надо будет тут подхватить, сюда подбежать. Вот погост на 4 единичках я не видел. Сейчас будем изучать вместе с вами. Да, на 4? Что такое? Я не видел таких красот. Покажите, будем смотреть вместе. Я не видел. Так. Покажите. Вот это хорошо пробил на 6. Тактика. Мы не знаем, какое ГО. Тактика может решить огромные проблемы с большинством ГО. Очень много ГО, которые пробивает тактика. Но можно ли ее здесь брать? Потому что сам по себе навык-то очень специфический, да? Я не знаю даже. Может быть, позже ее возьмем. А может быть, не придет. Насколько она нужна и необходима конкретно сейчас. Откажусь. Воздух на Галтрана. Тоже откажусь, но если что, будем брать на 8 уровне. Поехали. Здесь подхожу сюда. Здесь покупаю вот эту девочку. Ставлю гильдию магов. Девочкой бегу до сюда, забираю шланг. И понимаю, что этот гоблин там действительно... Давай, бегу сюда. Можно было оставить. А, не мог оставить. Отдаю здесь.
А, нормально, кстати, нормально и в итоге, да, все четко. И разгон. Иди нахуй, не вздумай. No. Ну ладно, обидно, блядь, тварь ебучая. Ладно. Все, смотрим. Обидно. 50 мувов не добежало, да? Или сколько там? Смотрим. Next. Пока нормально. С учетом тюрем, с учетом количества скелетов, пока вполне нормально. Колодец. Колодец под выход отлично. Смотрим дальше. Гайд есть на погост. Давай добавлю в этот, в избранное, потом вместе посмотрим. Либо сам его заучу. Добрый день, папашки. Сегодня я покажу вам гайд. Блять. Сука. Ладно. Так, я понимаю просто папавася, ребят. У меня тоже хуёвый голос, и я его просто именно по-братски именно понимаю, потому что я сам через это все прошел, блядь, через эту боль, через эти страдания, блядь, и все остальное. Это я просто... Мне можно. Это, знаете, как типа некоторые могут называть себя как-нибудь, да? Вот и то же самое и я здесь. Мне типа можно на эту тему смеяться. Так, сейчас. Потому что я сам такой же. Так, а что здесь? О, поехали, поехали. Там что, я не знаю. Хочется сказать, конечно, но я не буду, блядь. Ладно, сильно не буду рофлить, я с пониманием все-таки. Так, ладно, давайте смотреть. Так, ну что, сюда берем. Как говорится, Саня. Здорово, Храги, здорово, здорово. Так, здесь направо бежим, да, смотрим. Ага, ящик есть. Ага, здесь улики какие-то. Вот уже интересно по объектам, все интереснее, интересней. Давай сразу зайдем сюда, посмотрим, что золотой. Хорошо, что зашел. Вау, какая скорость классная. Смотрим, смотрим, смотрим. Да нет, там про другое, ребята. Так, здесь сюда бежим. Наверх смотрим, какое ГУ. Отталкиваемся от этого, ну, от кача, от всего остального. Да, ГУ уже должно быть где-то здесь. Фу, бля, единороги это хорошо. Но нету консерватории. Но единороги это просто замечательно. Единорогов можно пробить даже без стихии. В теории, если будет просто анимейт, уже как бы... Уже нормально, да? Уже лучше, чем ничего, назовем это так. Будем думать, что тут. И не только. Так, здесь не забыть скелетов. Здесь вот эти две тюрьмы. Здесь, наверное, даже усилитель некромантии, думаю, поставить. Все-таки раздача слишком скелетная, да? И, наверное, усилитель некромантии здесь хорошо смотрится. Я понимаю, что в последнее время это уже не метово, его многие не ставят, его можно где-то скипать. Но в целом здесь конкретно под вот эти боевки, под вот эти тюрьмы, под вот эту раздачу смотрится лаконично, назовем так. Где хоста? А какая разница? Она же у нас в книжке есть. Итак, смотрим далее. Здесь придется собрать вот эту темку. Эту не придется собрать. Похоже, сесть обратно придется. Так, тут давайте опять разбираться. Что, как, где и почему. Взял. Взял, отдал. Отдал. Галтранчик сейчас. Дайте посмотрю охрану справа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько? Сука, не в ближайшее время, скажу честно. Не в мою смену, как говорится, да? Не в мою смену. Поехали. Да, консерватория очень сильно нужна, ребят. Что такое конца, вы пишете в чат. Это где ангелы? Где ангелы? Вот. Главное, без долбоебизма. Есть. Один скелет вступил в нашу армию. Ну и мы думаем, да, бить вот это. Окей, хоста есть, все есть. Скорость, что думаете, в верхнем слоте может поиграть? Хотя нет, снизу нормально будет. Так, кто такие ангелы? Это киборги.
Это киборги, естественно. Ангелы — это киборги. Так, сюда идем. Бьем. Ох, какие потери сладкие. Ух, как... Ебать, сколько много. Ну, нихуя себе, блядь. Ну, нихуя себе. Так. Чё так горится? Дохуя. Так, стоп. Бля, ребят, тут даже стопать их надо сверху. Короче, ты прикинь. У-ля-ля, блядь. Люля-кебаб здесь что-то какой-то нарисовался. Как бы здесь пиздов-то не отхватить жестких. Да не той, что с волосами, блядь. Быстро бегают ребята. Спортсмены, наверное. Я тоже побежал, нахуй. Да, идей особых нету, конечно. Бесполезно, да? Да, им до пизды. Им до пизды. Законы просты, им просто до пизды. Надо бить. 18 потеряли. 5 дали. Нормально, 13 минусом. Смотрим эту тюрьму. Так, здесь надо взять. Это есть меч. Есть. Это. Гунарище, блядь. Ну, такой хуило, ёбаный. Так. Ну, в плане, он как бы прикольный добежать докуда-то, но только исключительно в этих целях, ребят. Ей-богу. Так, думаю. Исключительно в этих каких-то целях. Так, так. А, нет, не размотает, охуеет. Минус 60 скелетов. Что делать дальше? Интересно, что делать дальше? Купить Гунару хасту и попробовать действительно разъебать вот эту тему?
Думаю. Купить Гунару хосту и разъебать эту тему. Разбиться. Ни одной концы не видели за все раздачи. Ни единой. Так. Думаю. А больше что делать-то еще, блядь? Только разбиваться. Это пиздец. А что еще-то ты предлагаешь? Нека скорости. А больше ничего не предложить здесь, с этой стороны. Ну, вот этот меч надо брать, правильно? Ты согласен? Но опять же, какой армейкой его надо брать? То есть я ставлю таверну, да? Я забираю это. Да ёб ваш рот, да что ж такое? Где же герой с книжкой-то? Сейчас, секундочку, ребят. Так, здесь я бегу до сюда, буду отдавать это туда, здесь, смотрите, то есть мы планируем забрать всю армейку, забрать этот меч, попробовать два склепа, не знаю, два склепа, да. Так, а если здесь, здесь этот черт сидит, да, он тут нигде ничего не встретит, куда мы им бежим, что мы делаем? Куда мы им бежим и что мы делаем, да? Здесь нека скорости, здесь это чувиха. Так, если я, допустим, ее просто куплю и разведаю вон ту коробку сверху, я же охуенен, правильно? Угу. Так, а какой следующий герой? Вот, этот хороший, со свитком скорости. А где свиток скорости-то? Да, мудак ебаный, вот он где. Так, хорошо. А если мы здесь потом хастанем, да, думаю. Думаю, ребят. Там армейку еще вытянуть, здесь улик. Кстати, можно было бы взять эту тему. Эту тему можно было бы взять, она же очень полезная, да? Так, стоп. Допустим, я забираю все войска отсюда, да? Допустим, как-то так. Допустим, я сделаю там 7 скелетиков, или я не знаю, есть ли смысл их делать, нету. Я отдам сюда артефакты и пробью вот эту штуку. Так, думаю. Можно Фафнера разбить? Можно. То есть я беру это, я беру это, я беру коробку, я разбиваюсь, я пробиваю вот эту штуку здесь. На Галтране, да, вот, вот эту вот на этом пробиваю на хосте. Смотрим, ладно, следующий день. Так, есть ли смысл сюда какого-то героя тянуть? Наверное, нету, с учетом того, что это Гоша, если что, пробьет. Нормально, короче, нормально, смотрим дальше. Пока так, скелетики, тоси-боси, тролливали, да? Нека скорости здесь, ее надо как-то забирать. Вопрос, кем ее забирать. Ну и здесь, конечно, хотелось бы до замка. 5-9, у нее есть стрелка, она это изи пробивает. Поэтому мы хватаем ресов поболее. Поболее. И заходим. Как раз. Это раз. А это как? Вот оно и как раз. Так, здесь сразу ставлю таверну. Здесь ставлю ГМ-2, не обсуждается. Смотрим ГМ. Удар молнии хороший ГМ. Так, теперь давайте еще думать, да? Есть, конечно, Фафнер, который может передавать там хосту и прочее, прочее. Вроде прикольно. Но надо тогда будет ставить здесь ГМ. Деньги есть. Посмотрим, может ГМ здесь есть. Нету, нету тут этой, да, темы. Так, Фафнер. Думаю. Риза 7 лучников пробьют Неку на скорости. Пробьют, действительно пробьют. Интересно. Так, давайте здесь попробуем вот так тогда собрать эту темку. И вот так тогда ее даже, я бы сказал, разбить, да? Вот так. Фафнер же не умрет здесь никак. Что за пиздец в последнее время, когда юнитов разбиваешь, они почему-то умирают. Черный дракон — это проблема. Блять, это прям проблема. Я нападаю, я не имею права, да? Ты 23 скелета здесь погибает. 31 много.
Иди нахуй. Так. Так. Делаю шаг вниз. Покупаю Фафнера. Отдаю Хейст. Так. Это здесь. Понял. Плюс ровно берется. Так. Фафнера, да? Так, здесь, думаю. Ага, так, секундочку, здесь. Угу. Хорошо. Сюда. Здесь. Халон или этот залупон? Этот залупон. Максимальное количество единичек. Отдача всего сюда. Взятие зомбей, пробитие этой штуки. Да, сейчас все деньги потратим. Улик над башней добираем? Нет, конечно. Так. Здесь зомбей покупаем. Отдаем сюда, пробиваем. Так, так, так. Думаем еще раз. Единички, да, здесь что, кого? Тряпки, единички, мечик. Идем. Даже думаю этого шланга взять. Вот так вот запасть сюда, попробовать напасть, да? Пятая скорость вроде есть. Что-то щит какой-то, камни кожи там. Хуйня, короче. Тоже потери. 21 многовато. Попробую меньше. Щит не поможет. Wait. Потрясающе. Очень хорошо. Замечательно. Wait. Wait. Очень замечательно. Знал бы, ёбнул бы сразу, да? Так, здесь шаг сюда. Здесь. Вот сюда. Пробить, забрать, отдать, купить. Так. Так. Думаю, что это тоже все, да? 54 скелета. Блин, лишь бы там нормально все пробило. Так, Гоша сюда. Карабас. Смотрим. Сколько ОТД? Пока в один. Пока вообще нету ОТД никаких. И предпосылов на них тоже нету. Есть 9 скелетов. Есть тюрьма. Есть огненный Гоша, пошел нахуй. Есть разбивка, пополнение маны. Но какой смысл? Никакого. Да. Сюда. Гарпию. Зачем гарпию? И вот тут вопрос этой тюрьмы, да? Так, и тут вопрос этой тюрьмы. Можем ли мы получить с этой тюрьмы больше? Можем.
Бля, я надеюсь, сможем. Тем более, если там герой хороший. Ты что, проебал Галтрана? Ну да. Надеюсь, что сможем. Эксперт тактика, эксперт гарпия что-нибудь залочит. На хосте добежим на второй раунд. Пробуем. Ебать, там потери, блядь. Колоссальные, нахуй. Главное не обосраться, блядь. Уёбище. Потеряли 21-23. Получили саракет, да еще и продвинутую мудрость и XP. Отлично. Я считаю, что отлично в итоге. Очень даже хорошо. Вопрос, как это все взять сейчас к себе. Вот так вот, скорее всего, да? Очень хорошо получили. Нормально нас устраивает. Можем ли пробить сразу вот этот внешний рынок на хосте? Обязаны. Блять. Ну прекрати. Ну не десятый день подряд. Ну, блять, не десятый день подряд. Так. И сюда. Здесь опять куча войск, блядь, опять как-то это все довозить. Давайте, знаете как, возьмем по максимуму, оставим по минимуму. То есть 8 больше, чем 7, понял, да? 5 больше, чем там, ну вот это вот по максимуму возьмем, это довезем в процессе. 5 сойдет. Здесь вот сюда. Тут, я так полагаю, вот сюда. Здесь проход. Один шланг нужен, потому что на нем будет Гоша разгоняться потенциально. Либо кто-то еще. То есть шланг для разгона больше. Вопрос просто в том, куда мы бежим и что мы делаем, ребят. Вот главный вопрос. В этом, блядь. Против нас быков строят. Тоже, наверное, не от жизни хороший. Наконец-то. Чую я дома. Сколько было скелетов и сколько станет. Но стало чуть больше со всего с этого путешествия, согласитесь, да? Дубину Гоши. Почему Гоши, а не кем-нибудь другим, например, Нагашем? Так, а как собак обогнать? Наверное, поэтому, да? Думаем. И самое главное, что мы сейчас делаем вот этими ребятами? Нека скорости, здесь вот эта ситуация. Мне делать нечего, блядь. У меня куча зев, но хуй пойми. У меня нет земли, у меня нету ничего. Думаю. Нечего делать. Нету статов, нету докачки Галтрана, нету нихуя. Вот я и думаю, что делать. Вот я и плотником думаю, что делать. И идея особо не намечается. Давайте посмотрим, если я... Бегу до сюда, плюс до сюда, плюс до сюда, блять, не знаю. Так не хватит с некой скоростью Зефа, даже с грешенными. 5, 6, 7. Даже с грейдом не хватит. На Галтране даже не хватит. 5, 6, да, 7 не хватит. Вот. Седых за тюрьму не получится. Они слишком жесткие. 233 скелета. Надо вот эту дубину, но она тоже ёбнутая.
не совсем пока понимает, что делать. И куда бежать будем? Вообще не могу понять. 9 минут, и у меня, по сути, единственный шанс, да, такой. Шубу отбить, хуй знает, нужна эта шуба, не нужна. Героя выставить, шубу отбить, этого здесь поставить, это мы так себе вроде как довезем. Гномов бить, вот не знаю, что толку гномов-то бить не некромантом. Здесь давайте вот это удалим. Вот это удалим. Шубу отбить вроде бы как хороший план. Вроде бы как. Гошу выкупить, шубу отбить. Да, не знаю, думаю. Как я Зефу заберу, ты мне скажешь или нет? Как я, блядь, тебе забираю Зефу без ангелов? Как? Нужна ли шуба за 2500, блядь? Интересно. 20 маны, блядь. Здравствуйте. Как говорится, поебемся, да? Так. Без понятия. Ладно, идем сюда. Магическая медаль, но кончилась мана. Так, сунда нажимаю, сейчас появится. Сунда бегу. Блять, думаю жестко, если честно. Думаю вообще жестко, потому что, ну, совсем не понимаю, куда бежим, что делаем. Зефы брать не можем, ничего делать не можем. Отсюда купить Клавиуса. Отдать это все. Отдать вот это все. Отдать сюда шланга и этим Клавиусом побежать вот сюда налево, забирать эту неку. Тогда, наверное, удалим все-таки этого скелета, да? И что, попробуем? Две стрелки на 2 СП, маловато. Го монахов? Каких монахов? Так, а если? Каких, блядь, монахов, киборгов? Ты о чем вообще? Так, дракон нужен, Саня. Ну, похоже, что нужен, да. Не могу придумать. Как объекты брать. Хуя там СП против нас затарено. Аргумент, блядь. Так, сюда залезли. Так, сюда залезли, здесь. И здесь, ну, 20 маны. Каких монахов, не понимаю, каких монахов вы хотите? Что происходит? Где какие, блядь, монахи? Какие, чего? У меня 20 маны, блядь. 20 маны, дядя. Абсолютно не понимаю, как я должен, блядь, это все сделать. Взять дракона и с драконом попробовать собрать Зефы на хосте. Но достаточно поздно, да? Но, в принципе, может и не так поздно. Хотя, с другой стороны, а как ты без замедла собрался пробивать ГО, да, например, на циклопами вот этими? Интересный момент. Пиздец, какой интересный, не знаю. Монахи? Монархи? А где монархи? Что за монархи, ребят? Где коробка за монархами? Или что за монархами, я не вижу. Чё-то шары зассал. Где? Грейд в болоте?
Ты ебанулся или что? Так, сейчас, секундочку. Так, здесь, сюда. Здесь, сюда, сюда. Сюда. Здесь думаем. Так, шланг. Единичка. Хейст. Зефа, дракон. Берем дракон, собираем Зефа. Берем Неку скорости. Во-первых, берем вот эту хуйню сейчас, да, сразу. Взяли. Во-вторых, идем сюда. Сходили. В-третьих, удалили, наверное, Гречина. В-четвертых, выкупили здесь Чувиху. В-пятых, взяли ей вот эту Неку. Бля, куда ты поставил стрелков-то, чучело? Ё-моё. Нормально, пока хилимся. Хорошо, хоть я Клавиусом сюда не пошел, да? Что делать дальше? Надо брать дракона, надо собирать Зефа. Я не знаю, Галтрана 20 СП, друзья, надо с этим что-то делать. 20 СП это пиздец, ну 20 маны он ничего не сделает на ГО, вообще ничего. Он просто ничего не сделает, просто уебок. Он типа просто впитает и все. Что он может сделать на свои 2, ну на свое вот это вот? Отсутствие статов – огромный аргумент. Неприятный. Безумно неприятный. Может быть, конечно, что-то снизу разведать. Но моя не знает. Так, сюда все забрал, сюда отдал. Сюда зашел. Туда все отдал. Здесь, да, так, давай еще раз подумаем, Галтран куда бежит, этот куда бежит, кого мы удаляем, что мы делаем. Ребят, я не могу понять вообще раздачу эту, не могу разыграть. Не могу разыграть, вроде бы нычка, вроде бы подкач, неужели на подкач бежать на шестой день, блядь. Нека, этот плащ 2-2 никто не высунет, да? Повышалки. Надо бежать сюда и пиздить гномов. И все. Я не вижу других каких-то интересных моментов. Хоть убей. Чудики нас отъебут. Просто чудики нас отъебут. Хоть в натуре сюда беги и забирай эту точку. Даже с повышалками 40 маны, 2 анимейта. Что там он за анимейте? 210. Курам насмех, блядь. Просто курам насмех.
При этом стоит дубина. Пиздец какой-то. Ладно, играем как есть. Так, это сюда, это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. 2-2, да? Да, ну давай. Так, а мы всех скелетов забрали? Всех, только здесь восьмерик вот этот вот, да? Думаем. Ебем гномов. 2200. У-у-у. Блин, на себе, блядь. Я ебал, сколько их, конечно. А что получается-то, да? Куда я тут денусь, как говорится? Когда разденусь, разделил их, бля. И дал им пизды. Хорошо, о господи. Да что ж ты такое животное-то на Галтране? Так. 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 Зефа, да? Так. Так. Интересно. О, вилка есть, нихуя. Это хорошо. Базовая мудрость, блин. Давай, 22. Так, а что там с вилкой? Справишься? Да, сэр, справлюсь. А что с бесятней? Плащ у меня четкий стоит. Ничка драконов, да? Да, десятая атака уже сильно попробовать будет против скелетов, но все равно, да, недостаточно. Ладно, друзья, пробуем. Как вот я пытаюсь, короче, как я пытаюсь тащить эту каточку, надеюсь, что-то из этого выйдет. Но, блядь, выглядит пока достаточно сложнецки. Пока что. Прям пиздец сложнецки.
Давай смотреть. Так, здесь что? Так. Я даже не знаю, вот сюда разве на Зефу сейчас это идет? Конечно, нет. Здесь вопрос вот этой истории, да, что туда заходим, хейс даем. Ну, смотрим. Шестой день. На ГО много потеряем. Маны нету, да, то есть статов не видно. Вилочку явно отобьем, да, этот штучку отобьем. Надо вот эти башни бить, золотой дракон еще там сморалился, 30 скелетов убил. Представьте, их было бы сейчас не 283, а там 320, да, но это дичь. Вот эта моралька дракона прям очень сильная. Какой выход? 1, 2, 3? Да я думаю 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, наверное. Просто проблема в том, что 1, 2, 2 без утопа и без всех вот этих объектов, которые мы потом будем собирать. Вот в чем проблема. Еще и выход такой немножко непонятный с точки зрения магии, да, то есть у нас 30 маны всего, 30 маны на 2 анимейта. Это очень мало на такие статы, очень мало. Плащ 2-2 настолько далеко, что это просто пиздец, посмотри, как к нему бежать. Это просто невозможно его вытащить оттуда. Возле Фафнера за лепреконами талисман маны, колодец будет 3-3. Возле Фафнера лепреконы и там талисман маны. Нет, возле Фафнера лепреконы и там накидка молчания. Если найдем колодец, это нам очень сильно поможет с учетом нашего монопула. Шапка решает проблемы с маной. Да, но ее пока не видно. Она может быть в черной башне, конечно. Но и то она не сильно решает. Она помогает, безусловно, сильно очень помогает. Но не сказать, что решает. Чтобы решить проблемы с маной, надо там... Вот, допустим, сейчас вот сюда вот честик 1-0. Сюда вот, допустим, плащик 2-2. И наверх шапочку там плюс 4. Тогда вот это серьезный разговор, да? Щиток плюс 4, погнали биться. Все очень круто. Ух. Пробуем. Как раз-таки, что такое 500 скелетов? Это вообще ничто. Циклопов ты никогда не пробьешь 500 скелетами. Но вот если у тебя есть маска 100, если у тебя есть хорошие статы, анимейт и тактика, и там подкачанный герой с артами, тогда, пожалуйста, без потерь. Сами по себе 500 скелетов это хуйня полная. Естественно, скелеты на статах с магией, вот это силушка, вот это дичь, вот это жестко. Так, смотрим, решаем. Идем. Нормально. Так, что думаете, если мы сделаем вот так и вот так, и сюда ёбнем и вот так, в одном стеке. Пятая скорость, шестая на своей земле, да? Давайте так сделаем, наверное. И даже вот так. Поехали. 14 скелетов потеряли. Попробуем сыграть повеселей. За счет неки, я думаю, здесь вообще получится без каких-либо проблем. Если только ребята сейчас не пошутят как-то неприятно. А они не пошутят. Замечательно. 33 скелета в нашу армию, что, соответственно, 10% на это очень сильно. Очень жестко, очень сильно. Вон чест один. Вон броник здесь. Давайте думать далее. Так, а у нас Галтран с 4-м гэмом. Соответственно, нам бы его ставить. Отвратительная хуйня, чтоб мои глаза это дерьмо ебучее не видели. Правильно? Правильно, спасибо. Так. Побьем вот это. Подникримся тоже. Квик. Квик. 21 скелет, да? Чест. Ступа. Тактики там ни на ком. Как вы думаете, фейки испугаются? Могут не испугаться, твари. Хорошо, что испугались, твари. Так, летим сюда, пробиваем дракона, да? Перчатки, шапку, суки, не дали.
Так, а шланг этот они на цунами. Так, смотрим. А продвинутое нападение дали? Дали, отлично. Нормально. Пробуем. 36 не катит. Давай врываться. Лежать и покупать. Так, теперь сюда смотрим. Дракончик есть. Вроде бы это тоже должно убежать. Улики. Давайте еще раз подумаем. Есть улик, есть зефа. Давайте, сколько армии? 2 улика, 2 зефы. Ну, допустим, 3 зефы. Еще улик. То есть это уже 3 улика, 4 зефы. Типа разменять скелетов на это все. И попробовать как-то, скрипя жопой, всеми войсками пробить вот эту всю историю. Пять зев. Раз, два. Но я такие, которые достаются. Это не считается, к сожалению. Шестой день. Да, блять, да. Как сказать, да, блять, да. Спасибо, мужики, что хуйней не занимаетесь. Минус моралька есть, так что... Замечательно. Кстати... Ага, 1000. Ни одной коробки на Галтрана. Нихуя! 30 мана на ублюдка, блять, и все. Пиздец, как этим выходить, я не знаю. Вилка, чест, выход 7-1-2-1, да, плюс эта хуйня. И по дороге берем, получается, что? Ну, давай подумаем еще разок. Хаст здесь и хаст здесь. Без уликов.
500 скелетов, 1, 2, 1, больше ничего. Я согласен. Согласен. Именно так это и выглядит, блин. Так. Так. 10 маны, чест. Еще разок вилку взял. Честик вот этот взял, да. Вилку взял, чест взял, Зефу взял. Мне кажется, что я должен какого-то героя, типа Уфритина, подставить под низ, чтобы он мог еще вот эту темку взять. Да, вот этот вот, что здесь, блядь, нихуя там их, да ёб твою, ты че, дурак, что ли, блядь, 200 быков, ёб твою мать. Почему ж так много-то? Это даже на хосте еле бьется, ребята, это ужас какой-то. Ребят, чудиков, скажите, как пробить, я согласен. Я согласен пробить их. Я прям полностью согласен их пробить. Вот просто скажите как, я готов. Я готов попробовать. Но я пока так вот просто не вижу. В упор не вижу. Так. Может быть, даже удалить, может быть, даже взять Мондора. Кстати, что-то он какой-то вроде бы 2-1, да, непонятно. Давай Галтранчика здесь купим все-таки вот этого. И вот этот парень пришел, вроде бы он даже 2000-й, он же второй раз уже приходит, вот этот чел. Так, Мондора, да, Мондора сюда, на спину его. Так, здесь берем вот эту штуку. Вон шапка есть. Блять, вот эту шапку надо вывозить, понял? Если ты эту шапку не возишь, ты лох. Согласен. Понял, Сань. Блять, Сань, ты бы как-то помягче там, нах. Нихуя себе лох, блядь. Почему лох-то сразу? Да ладно, нормально. Понял. Так. Берем, берем. Вытаскиваем. Отдаем. Сюда бежим. Берем. Маны нету, то есть вот этой чувихой надо будет это, а это сюда. Так, здесь все взяли, сюда принесли, сюда отдали, да. Здесь тогда получается, что делаем? Вот этого парня отдаем сюда скелетика, сами встаем, наверное, где-нибудь вот сюда вот под низ, да. Хотя на ту Зефу можно, но для этого тоже Хейс нужен очень хороший, давай. Вот сюда его поставлю. Здесь купим тогда вот этого, либо этого, либо этого. Но этот вроде бы лучше смотрится, да. Им вплавим вот эту тему. И нажмем сюда бежать. Я ебу Али-Бабу, что происходит. Ну ладно, пробьем, потом шапку довезем себе в процессе. Пробьем, но шапку довезем next днем, да? Так, давай еще посмотрим сейчас, может кого-то все-таки удалим опять-таки. Давай этого Алкина. Еще одного, там даже еще один будет хуев. Даже еще один типа не вытащит, ты это понимаешь? Восемьсот. Нет, вытащит, вытащит. Давай пробовать. Поехали. Сложный некромант. Для меня сложный. Для меня сложный, непонятный. Надеюсь, и вам тем интереснее. Донат работает. Нет, выключал донат, ребят. Сейчас включу, сейчас посмотрим. Сань, привет. Как часто шпакаешь лучшую подругу своей жены?
Ни разу, блядь, я ей постоянно за это делаю предъяву. Я говорю, мы живем 10 лет, у тебя столько подруг, я ни одну нахуй не трахнул. Я говорю, это просто пиздец, типа, это вообще неуважение ко мне. Ни разу не трахнул никого вообще и так далее. Ни разу, блядь. Сколько раз не предлагал, там что-то втроем, что-то еще, нихуя. Вообще табу, блядь. Так что ни разу. Поехали. Поехали, поехали тащить. Даже говорю, давайте по за бабки что-то придумаем. Не, нихуя. Вот такие дела. Все, ребят, поехали. Фулл фокус на каточку. Фулл фокус. Погнали. Без рофла ни разу. Вообще ни разу никого вообще. Нигде. Ни в одном. Бля, буду. Погнали. Тащим. Так, он Сандру у меня спиздил, да? Сюда лезем. Так, сюда лезем, сюда лезем, сюда лезем. Это что, забираем? На Сандрыча? Забираем на Сандрыча, да? Вилочку надеваем, сюда идем, ребят. Надеюсь, все получится. Поехали. Надеюсь. Let's go. Честик нужен. Видите, как... Да, блядь, ну не такими потерями. Иди нахуй, тварь, блядь, ебучая, блядь. Животное, блядь. Пиздец, потери ебанутая. О май гад, конечно, я ебал. Ну пизда птицы, чё, да? Лящий хас спадёт, ёб твою мать. Даже не знаю, будут ли они в дракона пилить. Не буду. Блять, 35 скелетов. Какими потерями это дается? Слов нету, ребят. За каждого скелета, блядь, просто душа. Душа болит за каждого скелета. Так, здесь. Поход сюда. Сюда. Пиздец, просто. Просто пиздец. Сюда. Было только что под 400, сейчас опять с хуй да нихуя. Пятая скорость, восьмая. Да прибудет с нами. Силушка здесь богатырская. Соточка. Хорошая Зефа. Однозначно. Очень хорошая. Ну, а что дальше будем делать? Удар молнии и ебашить. Как вы думаете, вот эта двадцатка назад побежит? Если я сюда молнии ебану. Она же не побежит на скелета, она побежит вот сюда, да? До пизды вообще. Нормально. Ну что, вот это единственный хороший обмен. Потому что еще 25-ку получили. Скелетов нафармили, 8 циклопов взяли. Это уже хороший был обмен. Хорошая ситуация. Сюда бежим, сюда отдаем. Некромантик у нас очень даже интересный получается в целом. И в общем. Здесь все с него заберем. Хороший некромант. Подникрил. Темку взял. Сейчас сюда пойдем за этим, за, как скажи мне. Слушай, а знаете, что я думал? А ебись-ка конем. А ну-ка попробую. Пробить. Хоста есть? Не хватает? Бля, без хосты, конечно, хуйня. Я бы на быков не лез без хосты, мужики. При всем уважении. Даже несмотря на то, что вот уже вот такая... Не-не-не-не. Не-не-не-не. Если бы хоста была, то норм. Без хосты не лезем, да? Поехали. Поехали сюда. И аккуратненько вот сюда. Так. Тут, конечно же, ускорение на скелетов. Нижнего будем оприходовать. Только я не уверен, что он шотнет. А, вот так шотнет, кстати, да?
Здесь подбайтим наверх. Здесь ничего не делаем. Wait жмем. 7. Wait. Тем более моральки нету. Вообще красота. Сюда ударили. По сколько я бью? По 10-13. То есть лучше бы ударить в семерочку сверху. Семерочку сверху. 7-9. Никогда ни одного не должны будут убить. Здесь сюда. Отлично. Здесь подтянул. Все. Ну и там дракончик подразобрался с этими товарищами. И здесь мы его тоже накрыли. Отлично. Что вот тут за дедими? Их очень мало. Шапку вытянули. Статы просто кровью и потом, ребят, достаем. Вы сами видите. Статы реально еле вывозим, блядь. Просто еле вывозим эти статы. Прям, блядь, потом. Или потом. Так. Теперь вот эту Зефу. Поехали. Новеньким на Твиче здравствуйте. Остальным, как говорится, соболезную. Так, лезем до сюда. Здесь уже вот этот плащ. Чё не день, то потери, да? Может ли девятка убить одного? На четвертый деф не должна. Отлично. Забираем. Забираем циклопов, ставим вот это, даем единички. Поехали. Дай Макс. Обидно, но хотя бы такая пойдет. Идеально. Пылесошу как могу. Вот как могу. Так, сюда все отдаю. Сюда отдаю. 14 циклопов нарисовалось. В принципе, неплохо. Нифига себе, 14 циклопов. Так, а мы взяли все, кроме вот этой Зефы, да, и на выходе. То есть вот эти вот Зефы наше все. Можем ли мы выставить цепочки под две вот эти вот Зефы наверху и под вот это Некрени, а Галтраном пока побежать по центру, отдать ему все арты, чтобы он залил ману, да? Давайте смотреть. По поводу Мишки я не уверен. Сюда отдаем. Здесь скорость 9. Никаких ангелов нету, ничего нету. Сюда отдаем. Смотрите, шапку, чест. Шапку, чест. И на случай, если там где-то знания всосем, может быть, даже амулетики туда отдать. Вот эти, да? Перчатки, да. Перчатки, конечно. Ну и тут, конечно, надо 5-й гем будет поставить. Для этого надо, скорее всего, вот этим чуваком сюда забежать. Потому что 5-й гем может дать взрыв на 70 маны и так далее. Да, что-то такое. То есть это все очень сильно. Я не стесняюсь, бегу сюда аккуратно. Хотя, блядь. Так, что думаете, 5-й гем или перестройка 4-го? Я думаю, что, знаете, я думаю, в этой ситуации, конечно, 5-й. Но мне так кажется. Почему, вы спросите? Хотя, хуй знает. Нам и резурект, и ТП очень сильно нужен, да? А в 5-м что можем залутать? А в 5-м что можем залутать? Только взрыв? Осуждаю, если там какая-то хуйня. Так. Зеркало, да, там дохуйня. Да, да, надо 4-й перестраивать. Мужики, надо перестраивать 4-й. Даже цепная молния какая-то может спасти. Давай, поехали. Ну, нормально. На коней. Какой же поздний выход. Какой же, сука, поздний выход. Поехали.
Так, теперь внимание. Это сюда, это туда. У меня армия здесь. Армия здесь. Что мы хотим? Две зефы взять на все бабки. Удалить всех лишних героев. Малекита. Малекита. Возможно, даже Ризу. Возможно, даже Дессу. Хотя Десса неплохо стоит. Ну да, тут надо Дессу будет удалять. Сюда захожу, надеемся на хороших героев. Да, хотя бы так. Но другой вопрос, это вот эти 15 циклопов. Насколько они там танканут, насколько у них там будут потери, да? Здесь мы бежим этим парнем сюда, забираем это. Слушай, лучше сюда, да, чтобы он мог еще и поднекромантить здесь, думаю. Также мы выставляемся под эту тюрьму. Мы выставляемся под эту зефу. И пробуем тащить. Давай. Шубу надень. Здесь согласен с тобой. Поехали. Ух ты. Можно было ударить. Еще десятка. Это при условии еще этого героя, блядь. Который здесь должен подхватить. Это пиздец. Это просто всех героев удалять надо. И полностью выстраивать цепочки. Так, а эта чувиха, это и бестия возьмет на 1600, да? То есть если ей скелета дать. А вот это вот сюда... И клавиши надо удалять. То есть еще раз. Раз, два, довезли. Все отдали, здесь взяли. Сели. Так, здесь герой сидит. Это возьмет. Сюда отдали. Так, смотрим. Будет хейст, будет скелеты. Здесь. Это она возьмет. То есть отсюда надо тянуть вот эту чувиху. Ей книжку купить тоже, да? 10 маны. Пробуем. Бля, нелегкая. Занесла нас нелегкая. Нихуя не скажешь. Здесь поставить разрытые могилы, наверное. Ну и понеслась. Удачи. Все, удачи, смотрим. Красный цвет. Дороги нет. Что там? 5-12. По городам я первый, пока живем. Есть тант, есть Бриса, заебись. Это очень хорошо. Если грамотей впитать этот анимейт, неважно, да? Так, это очень хорошо. Вот бы тант со старта. Так, сюда жму. В принципе, сюда жму. В принципе, сюда жму. Так. Тант пока просто отдает деньги. Ну, отдает эти, точнее, да, скелетов отдает вот сюда. Хлоп. А здесь вот эта чувиха бежит вот сюда. Не уверен. Болезненно.
Один сломает, 6 летит. Давай смотреть, как они полетят. Ни масла, нихуя, да? Твари ебучие, блядь. Так. Зефа большая, главное в ней сильно не растеряться. Настолько большая, что даже охота вот не эту неку надеть. Хотя, знаешь, там типа скелетов получить, даже вот это получить. Хотя хоста есть на 2 раунда, что думаете? Стоит ли 5% здесь? Не растеряться, что такое? Думаю, сюда опасно, да? Хейс, надо будет второй день, может циклопа даже давать, не знаю, смотрим. Бля, нихуя там потери огромные. Батюшки. Дракона здесь залить вообще не ошибка. Лишь бы, блядь, только без хуйни. Здесь, ребят, знаете что? Здесь надо скелетом бить будет. Хотя нет, тут нормально отходится. А нет, хуёво здесь отходится. Надо было бы дальнего бить, скелетом бить, 30-ку танковать. Но с другой стороны нормально, мы так скелетов сэкономим. Просто сколько они убьют на нулевую атаку? Они же дохуя убьют. Да, сколько они убьют? Слушай, да не так уж и дохуя для максимальной зефы. 3 убили, отлично вообще получилось. 15 получили, 23 циклопа, здравствуйте. Как бы вообще здравствуйте, как бы очень хорошо. Минус удачка куда? Сука, сюда. Так, хорошо, хорошо. Теперь здесь сюда. Все отдал, масло отдал. Сюда прошел. Давай так, так. Так, обязательно бью. У нас некромантики здесь вовсю работают. 7 получили. Сюда дали. Давай, Макси, Зефу, сука. Ей, блядь, иди сюда, блядь, пес ебаный, блядь. Большая Зефа, блядь. Работаем. Бля, хосты-то больше нету, ёб твою мать. И скелет не достает, и хосты нету. Чё думаете? Ни одной книжки, ни одного щитка нихуя нету. Больно. Подлететь дракона. Ниш не достает. Нормально, ладно. 9-я, 8-я. Сейчас снова купим. Дракон за такую зефу, это мана небесная. Дракон за такую зефу, охуенно. Отдаю. 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 31 циклоп, и это не все, и это не все, и это не все, не спрашивайте меня, что, где, еще, где, откуда, Саня, где, что, раз это не все, сейчас покажу, спокойно. Только единственное, что дракона не возьму, да? Блять, дракона не возьму, походу. Денег нету на дракона ебучего. И что получается без дракона? Со шлангом? Слушай, ну со шлангом вроде нормально. С учетом того, что здесь 12-ку, да, возьмем. Сюда подойдем. Этого типа удалим. Эту девочку возьмем.
Так, что по деньгам? У нас же ни одного рынка нету, и на рынке никто не стоит, да? Да, синдых надо бить. Так, один момент. Извините, блядь, ебать. Извините, дурка, пиздец уже последнее время. Так, просто угарно реально разъебало так жестко под такой звук. Так, седые здесь, хейс с брисы. Здесь отсюда. Зомбей точно не покупаем. Нужен ли этот герой? Получается, что не нужен. Скорее всего, надо идти сюда и сюда. Тут, если что, будем трейдиться. То есть, ты предлагаешь пробить зомбей вот этой чувихой, да? А здесь забрать скелетов, вернуться сюда. Какого некроманта ты хочешь удалить? Я Мондра. Красавчик. Стоп. Так, нахуй, уже немало людей свою голову склонило. Так, здесь. Отдаю все арты сюда. Бегу сюда. Здесь. Арта покупаю. Отдаю. Забираю. Пейку отдаю. Хуйню забираю. Сюда отдаю и удаляю. Да, то есть с фейкой. Стоп, сейчас все сделаю. То есть хартом вот это мы сделали беспонтовую хуйню. Сюда его, да. Сейчас здесь, подожди, подумаем. Если этот герой бежит до туда, то есть я тут харта точно выкупаю, выдаю. Здесь смотрим, 4 вот этих оставляем. Это оставляем, пару феечек оставляем, да. Это нам надо будет для первой скорости. Я бегу до сюда на 1200. Смотрю, что здесь я точно это вытяну. Там у нас лора. Еду до сюда, погнали. Так. Это огромные деньги. Подхватываю. Спасибо. Огромное спасибо за огромные деньги. Огромное. Саня, вот ты обнял, теперь су чуть меньше. Спасибо, брат. Спасибо тебе, дружище. Спасибо. Так, чудик, 9-я скорость. К нам пойдут бить ебало, да? Тогда, соответственно, нам бы, конечно, этого шланга бы сюда, думаю. Давай его сюда. Только попробуем его не залить. Поехали. Бля, ебать, там коробка за сатирами, походу, блядь, просто жизненно необходимая. День добрый. Сколько у вас? Хорошо. Хорошо, нагаш. Тут, это тут, это тут, это тут, это тут. Все надо, да? Даже там-то удалю. 20-й Зидар, хуй, блядь, в хую дыра. Анимейту топа. Много скелетов. На самом деле нормальный. Не ори. Пожалуйста. Дай спасибо. Поспать, блядь, нормально. Спасибо, спасибо. Лидеру клана Парасат Флоу 1 и пламенный привет. Лучший модеру лучшего стримера 3. Блядь, братик, подожди секундочку. Спасибо тебе громадное. Так, сюда нажал. Сюда нажал. Здесь купил. Не купил. Здесь. 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 Все сделал. Здесь. Отдал. Прошел. 100-200 забрал.
Отдал. Пробил. Зашел, отдал. Так, 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 так. Скелеты, хуйня. Шланг. Единички, единички. Взял, минута таймера, понял. Но я не успеваю все равно. Так, сейчас. Привет из Пушкина. Ты то не сбежал совсем там куда-нибудь. Так. 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 Так, 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 так. 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 Блять, удачи нахуй. Здорово, дружище. Так. Так. Нормально. Смотрим. Почему сюда не напал? Да потому что мне бы ебальник бы они вскрошили, понимаете? Так, думаем. Хорошо сыграли. 1-2-1, конечно, но хотя бы вышли. Хотя бы вышли. Плащ на некроманта здесь надо было на раунды надеть. Там на некроманта наденем. На некромант не работает только на тех, у кого некромантия. Здесь не надо. Здесь нормально было на раунды. Там 5-2 скелета явно. Здесь лучше раунды повесить хасту нормально. Так, что получается? 200 выход, да? 32. Подожди, а здесь минималка была. Ты 2 зефы забрал без плаща. Потому что там раунды были нужны, там первое СП было. Надо было именно так сыграть. У нас есть утоп. У нас есть герой, который берет утопу. У нас есть герой, который берет утопу. Как ты понял, что эти магички сильнее ГО? На ГО у меня была первая скорость, а на них нету. Они просто начнут ебать меня вообще. Жестко. Просто со старта. Под них надо усилиться. На них вот такой армии нападать. Это минус. Огромный минус. Надо что-то придумать сейчас. Может быть, дракона довести. Может, еще что-то.
Смотрим, что поменяется на жрицах. Может быть, мы что-то довезем. Может быть, мы что-то придумаем. Может быть, может быть. Опасно было, я подумал. Я подумал, может быть, мы что-то сможем довести. Какой-нибудь дракон, какой-нибудь масс-хейст. Ну, точнее, хасту. Может быть, еще что-то. Так, у нас есть супергерой под утопку. Да, под утопку есть супергерой. Вот его надо как-то реализовывать. Но такой утопы вообще не видать. Да, давайте посмотрим, где утопа, бля. На базе, понятно, нету. Думаем. Колодец за копейчиками. Да, очень-очень высокая вероятность. Но я не уверен. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, если за копейщиками то самое. Поехали тащить. Let's go. Так, нас пока не убивают. Нас пока не убивают. Это я про игру сейчас. И, соответственно, давайте смотреть. Так, сюда жмем. Сюда жмем. Ебать, пацаны зашли на стрим зачилить, нахуй. День добрый, ебать, мое уважение. Так, ладно. Что здесь? Что здесь? Будем ли мы вытаскивать армейку назад, чтобы взять вот эту коробку? Все. Ну, нихуя себе коробка интересная. Я бы взял. Что думаете, вы бы взяли? Бля, если это пиздатая коробка, что вы думаете? Надо брать. Я поехал. Я поехал. Арты. Я поеду, возьму. И сюда возьму. Угу. Так, здесь, сюда, сюда. Сатир сюда. Коробка может быть сильная, поэтому, ребят, тут типа может быть на мясо, на вампов, на что-то такое, поэтому очень даже круто. Ох, 14-я скорость, как же это хорошо. Бля, ебать их 46, ты вообще понимаешь, что это такое 46? О, хорошо. А почему такой дэмэдж огромный? Так, здесь, сюда, блять. Работал раньше хирургом на весь пятый. Зашивал зеков. Теперь на передовой откосить ясно дело не мог. Скажу честно, тут фарш полный. Почти не спим. Спасаем кого можем день и ночь. Если можете, косите. Спасибо, дружище. Спасибо, спасибо тебе, спасибо. Сил тебе, славный друг. Так. Поехали еще разок. Еще раз говорю, мужики, по поводу вот этих всех таких моментов, это, сами понимаете, это такие грани уже дозволенного. Поэтому я как бы сказал, говорю, думайте, смотрите, общайтесь там, сами решайте, да. На стриме мы, к сожалению, каких-то таких терминов обсуждать не можем. Понятное дело, я думаю. Так, здесь сюда, здесь сюда, здесь сюда. То как бы наши стримы на этом закончится. Так. Давай думать. Давай думать. Давай думать и гадать. Сюда бежать или не бежать? Сюда бежать или не бежать? Так. Здесь сюда. Здесь сюда. Здесь разбивка. Здесь удаление. Я вот этого героя... Вот этого героя, видите, я очень не хочу. Алкин 2000, кстати. Возьмем его. Слушай, а что думаете про грейд скелетов, ребят? Что думаете про грейд скелетов, ебать? По центр грейд скелетов, это же так мощно, да? Чат взорвался. Ну все, значит, надо смайл мод поставить сейчас. Подуспокоим немного. Выдохнем, доиграем. Мужики, давайте доиграем. Окей, все, поехали. Поехали, так. Поместье. Вампиры. Две собаки. Давай даже вот эту сюда оставлю на случай. Сюда. 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 Первые скорости, блять, по-прежнему. Ну вот надо будет этот шланг туда брать и пробовать. Так, а у нас аниме здесь, и мы его как бы не можем отдать, да? 240. И этот парень не может отдать. Если мы так идем, а если вот так, а если вот так, то только так, понял. Сюда идем. А почему я скелетов не заградил? Я ж хотел.
Или что придумал, ну? Так, поехали. Пиздец веселье, блять, вот это вот. 47. Даже не знаю, давать ли хейст. На, судя по всему, явно давать. Думаю. Мужики, когда я говорил писать, не имеется в виду прямо сейчас. Плиз. Не сейчас, мужики, не сейчас. Так. И он с руки придет и мне въебет, да, сюда? Думаем. 70 с руки въебет. Анимейт 330. 80 скелетов. 8 скелетов. Не так много, но десятка въебет уже интересно. Подождите, дайте подумаю. Хастануть 93 маны не очень идея. Давай сюда. Да, нормально. 19 скелетов здесь окей. 7 получили. Едем аккуратно дальше. Это взять не можем. Здесь ничего не можем. Хейст есть. Брать ли эту Зефу? Ответ да, тем более, что есть эксперт поиск, да? Но здесь скорость будет уже полным говном. Ну, будет и будет, рот ебать. Поехали. Надеемся, большая. Нет надежды, бля. Нет надежды на большую. Угу. 38 циклопов, дядя. Не могу поднять ногу. Нихуя себе. Беру. Две тюрьмы, нихуя себе. Так, что по мане? 90. Бью. Так, нека надета, все надето, бью. Да, конечно. Так. Так. 16 скелетов получили. Ровно пятихатка скелетов, ребят. Представляете, ровно пятихатка. Пробиваем. Спасибо громадное, Биза Хостецкий. Огромное спасибо за большой пост. Здорово всем ребятам. Большой привет. Здорово. Так, здесь сюда дали. Сюда пропинали. Вейт нажали. Подошли. Опять въебали. Хорошо. Так, теперь внимание. Тут, конечно, таверна. Сразу удаление героев. Ты первый. Ты первый. Так, здесь сидим. Здесь пердим. Здесь подходим. Здесь решаем. Так, первый. Давай думать еще разок. Жалко этого черта, блин. Ладно. Кинкерия, но никакущая. 100 джинов. Ботинки зеленые. Без поиска. Так, как говорится, нихуя, да? Так. Чё там с этой Тирис? Бля, нормальная, но нету книжки. Но может быть ей будет лучше вот это пробить. Или вот это, она туда не дойдет, да? Давай ей тогда это пробьем. У нее есть хорошая армейка. Давай ей. Так, Тирис. Дали две единички, дали грифонов, пошла.
пошла. Так, думаю, Галтран. Бля, могу ли я тут разгоняться? Хуй просы, конечно. На выходе совсем нихуя не вижу. Это сюда отправить успеть. Все. Так, ладно, вышли в центр, пока ничего не взяли. Взяли две тюрьмы, ноль артефактов, ноль объектов. Единичку не сделал, да, одну. Вот это вот думаю пробивать. Что думаете, 100 джинов пробью на этом, на изи, да? Сколько потек будет? Сколько-то будет, да? Хейст. Хейст! Ну да, на второй раунд они сядут на лицо. Масла ни у кого нету, блядь, ничего ни у кого нету. Здесь сюда нажмем, тут разобьемся. Кто будет комментить турик? Комментить турик будут много кто. Много кто. Профессиональные комментаторы. Я какие-то игры буду комментить. Не без этого. Блядь, и Вулик заходит, да? Даже до центра не добежал. То есть у него даже, блядь, у него центр здесь, он бежал отсюда и берет этот улик, вот это хуёво. Давай смотреть, что из этого получится. Насколько я знаю, турнир будет комментить... во-первых, все, кто участвует, да, возможно, все там по карточке скомментят, а участвует там очень много круто. Ну, там самый топ участвует. Don't Call Me Chris будет комментировать, там особенно шаблон Млин, я так понимаю, его детище, которое он продвигает. Вот, поэтому турнир будет высокого уровня, рекомендую смотреть. Самое главное, что этот турнир, он будет вестись в уникальном формате, назовем это так. Но мы это убиваем, если я не ошибаюсь, ребята. Один СП, если там, ну, то есть, как будто бы я это ебу, да? Давай смотреть. 8 маны на 1 СП, ребят. И это он еще добрал луток, а представьте, да, это ж сколько у него, ну, то есть мы еще не знаем, какой улик был. 4 гиганта. Из приятного у него 3 лидерства, но минус удача. У нас, конечно, с этим посложнее, но в целом нормально. Я думаю, мы тут должны тащить. У нас примерно атака равна его защите, а у него примерно его атака равна нашей защите. То есть по статам плотно. 27 маны решает против 8. 1 СП, если нету плаща, нету колец, нету вот этих артефактов, супер плохо. То есть условно ему будет тяжело здесь. 520 скелетов убить тоже нереально, поэтому ну пока смотрим жестко. Тот улик был 90, это ёбнуться. Но это как бы не спойлер, это как бы, то есть это блядь, нихуя себе это. То есть это он выходил условно вообще на голой жопе и добрал тот 90-й улик, да? Ну, то есть это такая информация, которая ни на что не влияет, там 90, 90. Обидно, знали бы, что 90, залезли бы в него сами. Получили бы эти 12 уток. Нифига себе они его усилили. Нифига себе его усилил этот улик, просто обалдеть. Могли бы после боя написать, да, это... А на бой-то это, как это влияет? Какая разница нам? 60-й улик, 40-й или 30-й? Сань, как тебе шаблон Млин, когда готовиться планируешь? В ближайшее время, завтра, послезавтра. Я не думаю, что у меня... Моя первая игра на этом турнире, я думаю, числа 10-го, наверное. Я так не знаю, на глазок. Там, кстати же, часть людей были приглашены на этот турнир. А, часть людей... Спасибо, Снупик, спасибо. Да, по-моему, очень круто было. Часть людей были приглашены же на этот турнир, часть отбиралась через сателлиты. Так вот, в сателлитах, в отборочниках, там уже столько драмы было. Там были апсеты, были камбэки, были перевороты. Там достаточно интересно проходили сателлиты. Веронес прошел через сателлит. А вот, например, Лисенок выиграл у Лизарда. У Лизарда, и Лизард не будет участвовать теперь, представляете? Так. Может ебануть сюда метеорочку? Чё она дает? 175? Не знаю, лучше на аниме оставить, да, что-то там.
Давай, ёбнем. Может, надо было и тону? А, нельзя было, да, уже. Лучше хас, Саня. Ну да, 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 я тоже говорю сейчас аккуратненько. Может, на скелета что-то прокастуем. Уткам немножко раздали пиздюлей. Ну, тут победа должна быть. 38 циклопов, иди убей. Прикольно, кстати, мне очень понравилось, как мы их собрали с базы. Тут три человека знают, кто такой Лизард. Ну, для них тогда и говорю. Лизард — это топовый геройщик белорусский, который, конечно, сейчас не так активно играет, он музыкой много занимается и так далее, но вот он явно был фаворитом отборочных и не прошел, отлетел от модератора Хот и Лисенка. Да причем best of 3. Что после коней? Я бы еще одну катку сыграл после небольшого перерыва. А может быть, что-нибудь другое бы поделали, не знаю, блядь. Хуй его знает. Млин, легкий шаблон. Он ошибочно легкий. Он легкий, как бы, он ошибочно легкий. На самом деле там очень много фишек и нюансов, и папашки там по 8 часов катают. Вот. Лисенок на Маугли попал. Всем, кто попал на Маугли, мы желаем отлететь безболезненно. Потому что он супер жесткий. Сейчас будет какой-то касс, судя по всему. Почему касса-то нет? Маугли жесткий? Очень жесткий. Конечно. Пять, 17. Че, я пошел ебать это дело? О, еще есть минус удачки, да? Уток просто, уток, блядь, на мясо, блядь. Жестко. Масло на циклопа. На один раунд. На следующий раунд циклоп проснется. И что тогда? Этим надо убивать ему этот, а он его не добивает. Смотри, что он не смог добить циклопа. Не смог добить шланга. А-а-а! И здесь надо с руки идти бить. С руки. Отлично. Здесь я сюда стреляю, я правильно же понимаю? Так, а тут что, метеорочку сюда, что ли, прокинуть, блядь? Нет, сюда. Просто ГГ, понятно. Ну тут да. Я не знаю, что у него был за респ говна. Я не знаю, что у него было вообще за параша. Лютая параша, потому что выход поздний. Армии нету. Я думаю, что там пустой респ, да? Я думаю, там полная беда. С учетом того, что половина уток, которую он прошел, он добрал в ближайшем улике, я думаю, там просто беда. Вот. Огромное спасибо Дангару за хостецкий. Там вообще фигово было, да? Он хоп скинул, не смог армейку вывести. Все понял. Он день скипнул из-за цепочки. Ясно. Спасибо. Всем большое спасибо, кто пришел к нам. Спасибо Дангару за хостецкий. Всем здорово, ребят. Наверное, еще одну катку сыграем. Давайте посмотрим, что было на респе вообще. И как это надо отыгрывать, этого некроманта, через такое количество объектов. Но в итоге мне понравилось, как мы раздуплились. И как мы смогли добрать 40... циклопов с базы. Практически, да? Ну, 30, ладно. И видите, какая ситуация? Он бежит через нас. То есть он еще здесь улик взял. Гоу! Какой же там посос! То есть он на выходе взял 4 утки здесь. Он на выходе взял вот этот щиток, ты прикинь. То есть у него не было, ну, как бы... Ну, это просто жесть. Ох, мне бы этот щит. Так, золотой дракон, сюда его. Повозочка сюда. Так, сейчас, 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 сейчас. Он ничего не брал. Но щиток-то брал, ебать. Щит-то взял, наверное. Улик-то что, не брал? Не взял ни щит, ни улик. Значит, был свой хороший щит. Видимо, хотел до центра добежать. Ну, а здесь, как вы поняли, улик 90-й, да, как вы сказали. Это просто жесть. Что тут? Смотрите, здесь вон 10 тысяч денег на разбежку. Конца. Вау. Конца трешечка. Красотища. Красотища.
Консуля, красотища здесь, да? Так, здесь шапка стояла, все это элементарно отбивается. Улик здесь берется. КЗшка сверху, блять, пиздец. Подожди, а он на синем? А если бы он взял центр, отбил бы это, взял бы консу, взял бы шапку, взял бы улик, взял бы КЗшку, взял бы этот улик. И, допустим, бы там телепортнулся или с этой КЗ побежал бы вот сюда направо. Еще деньги. Ну, ни хрена, не знаю, это же интересно. 20 крестов. Сир Кристиан. Смотрите, нет? Шестую серию уже смотрели, ребят, этой самой? Вот этот улик жалко, они вот эту зевку не вывезли, да? Сейчас посмотрим. Так. О, наконец-то земелье залетело, блядь, наконец-то. Весь третий. Весь третий, здесь бьем, здесь проходим, бьем. Сюда бьем, сейчас смотрим, да, 900. Заехал в нагашник, въебал день, говорит он. Въебал день, въебал катку, потому что там КЗ было. Въебал день в итоге, въебал катку, по сути. Там была КЗ, может быть, если бы он вышел раньше и собрал бы эти все объекты, то он бы мог бы выиграть. Что было здесь? Туловище легиона. Понятно, как обычно. 9 вампиров, дубина. Дубина не считается. Улики, кстати, смотрите, какие большие эти. А, ну, наверное, 45-й, да? Ладно, мне показалось. Так, а здесь? Да и чайник. Коробку за сказками чек не плиз. Там, не знаю, давай чекнем. Давай вот здесь вот, да? Давай. Только вот это возьмем еще тоже сразу. Так, свиток Берсы, кстати, был важный. Магия по-прежнему базовая, нифига столько боевок сделал. Сейчас сюда нажму, ну-ка, просто для себя. Так, сюда, это ж сколько надо экспы, посмотрите, да, чтобы уровень вкачать, ёпту иметь. Охренеть, пойдем сюда. Миллион боев. Смотрите, да, это реально оно. Это реально амулет был на ману. Ёбаный рот, как я забыл его взять. Смотрите, ребят, у нас колодец был на респе. Колодец волшебника был, прикиньте. Колодец волшебника пополняет ману в конце хода вашего героя полностью. То есть вы как бы, да, бля, нихуя там, Гоша. Ой, какой же Гоша по итогу получился. Но чё же он так долго с этим тянул? Коробка 20 тысяч, да. Чарна 10-я, понятно. Вот эту тюрьму надо посмотреть, ее в теории можно было взять, если бы не подзасали. Там был гражданный стек, кстати, могло быть очень больно. Смотрим. Гайс, это победа, да. И Жора 30-й варвар, но... Ну, просто отвратительный урод. Ну, как бы нет, он прикольный, он реальный варвар, смотрите, с поместьем, с логистикой. Чистый варвар такой, просто бежит докуда-то, да? Ну, докуда? Докуда, мы не знаем. Все понятно. Короче, такая катка получилась муторная, еле выживач. У оппонента был шанс победить, судя по всему, как я это понимаю. Реально был шанс победить, но он что-то там зафакапил и вышел позже. От этого, соответственно, уже он был, если бы выходил раньше, может быть, он бы забирал бы эту 6 ол, и ситуация бы совсем другими красками играла. Все. Тюрьма за седыми. А мы же ее вскрыли, там был 20-й герой бешеный. Да, конечно, он брал КЗ, конечно, конечно. Конечно. Вот. Тяжелая каточка была. Хорошо, что она кончилась. Так, улик слева возле замка. Да ладно. В доме дракона ничего не происходит, согласен. Конечно же. Что думаешь про замету актрис? Так а что, они типа выросли? Их, ну, я считаю, это логично. Они выросли, их поменяли, ну типа это нормально.
Хотя могли загримировать, но мне кажется, что это было бы, ну, то есть хороший ход. Жалко, без спойлеров. Так нету, блядь, спойлер-то в чем? Что разные временные ветви в сериале, разные временные ветви, условно, 10 лет прошло, другие уже люди. Ну, то есть вот это такое, это не сюжетность там, а именно как... Как это сказать? Типа сеттинга, знаешь, такого, ладно. Они же не похожи, хуй знает. Так, ну чё, едем дальше.